Гороскоп не советует Овну ждать от судьбы роскошных сюрпризов. Плывите по течению и усмирите свои желания. Тельцу предстоит решить сложную задачу, от которой будет зависеть как будущая карьера, так и содержимое кошелька. Гороскоп предсказывает близнецам встречу с человеком, который станет надежным и влиятельным партнером в бизнесе. Раки, в работе старайтесь проявлять себя как креативщик со стажем, тогда проекты реализуются быстро и успешно. Гороскоп рекомендует Льву наладить отношения с теми, с кем он недавно поссорился. Дева сможет уберечь себя от многих неприятностей, если проявит заботу о своем здоровье и станет на борьбу с вредными привычками. Гороскоп советует весам за километр обходить корыстных и черствых личностей. Близкий друг сообщит скорпиону сногсшибательную новость, от которой будет зависеть профессиональное будущее. Гороскоп предсказывает стрельцу трудное положение с деньгами, поэтому предстоит часто обращаться к друзьям и родственникам за помощью. Козерогу следует тщательно рассчитать силы. Для достижения цели нужно выбрать не только короткий, но и более выгодный путь. Хороший совет Водолею. Успокойтесь, промолчите и сделайте так, как подсказывает ваша душа и сердце. Вечером может поступить малоприятное сообщение на телефон, но даже оно не испортит рыбам великолепного настроения.